А это последняя ваша работа, да, в кино, вот хронологически, я не имею в виду в биографии. После этого вы не снимались уже нигде. Съемки начались до того, как я вступила в должность депутата Государственной Думы, еще в 2011 году. Продолжались немножко в 2012. Единственное, за 2012 год у меня была военная картина «Красные горы», но я тут не могла себе отказать, то, что у меня дедушка прошел три войны, очень много об этом рассказывал, и это была вот, ну, действительно моя актерская мечта дедушка сыграть. Дедушка по какой линии? Дедушка по маминой линии. У меня он генерал, Валентин Трофимов, я его, ну, это тот человек, на которого я равняюсь. Ему 90 лет, он работает, возглавляет ветеранов, у него дочка младше меня даже. Ну, то есть, вот он бодр, полон сил и, конечно, просто нереальный человек. А дочка младше вас, наверное, от очередной жены какой-нибудь? Нет, не от очередной. Нет? К сожалению, моя бабушка умерла и очень давно умерла, поэтому у него вторая жена. Второй да, да, второй брак. Да. Вот. Поэтому еще папа у вас очень знаменитый. Папа, спортсмен, да. 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 Чем занимается сейчас, помимо того, что гордится дочерью? Ну, папа мало гордится мной, он больше меня критикует все время какие-то ко мне. То есть они меня. Почему? Потому что вы не пошли по спортивной стезе? Нет, почему я пошла? Я выполнила мастер спорта, я стала чемпионкой Москвы. Просто 18 лет художественной гимнастики — это пенсионный уже возраст, поэтому все заканчиваем в этот момент, как и я закончила. Но я добилась каких-то результатов, хотя, честно говоря, не было предрасположена к художественной гимнастике. То есть я не была гибкая, я не была мягкая. То есть все, если у всех девочек, ну, нужно было там месяц, чтобы сесть на шпагат, то я еще после 6-часовой тренировки еще шла дома, меня мама тянула еще 2 часа, но через 2-3 недели, но я садилась. Ну, как же вы тогда пошли в Госдуму? Политик должен быть очень гибким. Ну, вы работаете над собой? Я не совсем гибкий человек. Вы жесткий человек? Я жесткий человек, да, несмотря вот на внешность такую. Внутренний у меня такой стержень, наверное, как раз это мне дал спорт. Потому что в спорте тут все понятно. Если ты через слезы, через боли, только так победишь. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».